Вот эта вот церковь, которая сейчас стоит, восстановим ее или не восстановим к юбилею, или в юбилей начнем, я не знаю. Это вам решать, в первую очередь жителям села. Но сейчас, конечно, бы хотелось, чтобы это состоялось, но сейчас мы вам покажем фотографию Федора Михайловича Карамзина. Пожалуйста. 052. Вот. Федор Михайлович Карамзин, родной брат Николая Михайловича Карамзина. Эту фотографию у нас в Оренбургской области никто не видел. И эта фотография сделала правнучка Федора Михайловича, которая жила и умерла в Санкт-Петербурге. Фотография сделана портрета Федора Михайловича. Очень похож на Николая Михайловича. Это открытие, которому я радовался, как ребенок, месяц назад в Санкт-Петербурге. И вскоре мы его опубликуем, покажем всей Оренбургской области. Спасибо.